Я сегодня хотела рассказать про самый странный клан, который я только видел. Я узнала о нем где-то вчера еще, об этом клане, но у этого клана есть кое-что странное. Несколько участников этого клана играют на классическом выживании и продают вещи, ну, во-первых, за очень дешево, во-вторых, у них варп очень, ну, красивый, сделан большой, могу сказать, и продают вообще все. Даже какой-то там блок был, я видел в рамке, которого даже я никогда не видел в Майнкрафте, но я сейчас вам сегодня все об этом покажу. Вот броня, которую они продают. То есть, ну, за чары посмотрите только. Вообще-то от сквозняков каких-то. Сегодня я решил посмотреть на их клан. Вот этот вот игрок, который мне как раз и продал вот это все. Но я помню, что как у них называется клан. Ой, какой клан? Варп, сейчас. Вот он. Спрыгнусь. Я сейчас в режиме невидимости, никто не видит. А, нет, он на сервере? А почему пишет, что не на сервере? Вот, видите, он сержант. Что-то они какие-то странные. Первое, что хочу вам сразу показать. Вот, там что-то какие-то вещи, порталы, кстати. Я туда... Их туда невозможно зайти, туда запрещено зайти. Ну, никак. Дальше. Пишу Gen 3. Gen 3 работает. Дальше. Есть команда Трхруш, команда, чтобы проходить сквозь стены. Пишу. Не работает. Оно запрещено. Даже вот сюда. Нигде оно никак не работает. Есть Fly. Вот он. Я летаю. То есть... Он тут работает. Я потом увидел вот это вот. Склад. И... Сюда тоже никак нельзя войти. Тут там куча шундуков, наверное, 100% заполненных шалкерами. Вон там просто шалкеры валяются вещами. У меня никогда столько не было ресурсов. Даже вот команда топ, чтобы топорнуться наверх, тоже не работает. Вот, кстати, тот блок, который я не знаю, что это такое. Он очень странный. Я не знаю, как они это делают, но как-то делают. Ну... Ладно, не могут к нему тпхнуться, и ладно, туда тоже попасть не могу, и что? Вот, сосиска киллер. Вот он. Вот, то есть, и он играет на классическом звании, и у него 80 банов, 74 кика, 52 мута, 40 варнов. Самое главное. Он император. Он император. Клан Zedos. Это тот сосед, который сейчас тому скинул зачарованные яблоки, и он император. Zedos. Он лидер. Он лидер. Вот, лидер клана Сосиска Киллер. Вот этот. Я посмотрел. Я не помню, где я его нашел, но это тоже император. И он был перманентно забанен на некоторых серверах на классическом выживании. Он сейчас онлайн был в сети в 2019 году. У них очень странный клан. Как, где они берут ресурсы? Я написал на форум. Про как они это делают, и мне никто не ответил нормально. Мне самое главное напрягает то, что он сержант. То есть он изменил сержант. Они все продумали. У них нету. То есть я не могу туда пройти. Я не могу сюда пройти никак. У него отключена к себе телепортация. Тут запрещен запрещен в этом. На этом регионе ваниш. Вот это все. Я уже потепехался ко всем. Никто не был в сети, кроме ее. Она тоже в каком-то была, где-то на каком-то мероприятии, там была круглая какая-то арена, и там были только императоры, и все. Я был ваниш, они меня не видели, слава богу, что императоры меня не видели. Вот, хотя и маршал, как они это делают. Но все, наверное, в этом здании. Все они проворачивают в этом, наверное, здании, потому что тут склад их. Я еще запишу про этот варп ролик, если что-то еще найду, какую-то информацию. В общем, всем пока, вот. А утро я делать не буду. Сегодня серьезный ролик был. Мне прям даже страшно про что-то с этим кланом. До свидания. Следующий ролик, надеюсь, вы увидите скоро. Всем пока.